Всем привет! Blender 2.8. Погнали, в этом ролике разберемся, что такое курвы, как сделать канат. И под этим роликом оставлю ссылки на ролики, которые сделаны о ZBrush, как сделать там именно канат, курвы и так далее. Все, погнали. Закрываем баннер. Левый щелчок мыши Delete на клавиатуре. Сейчас я включу нажатие клавиш, чтобы вы видели. Screencast Key закрывается. И добавим именно это. И добавим курву. Безьер вот этот. Вот так она выглядит. Прикольно все. Вот такая вот у нее внешность. Следом заходим в Add модификаторы. В Add мод, пардон. И вот здесь есть вершины, которыми можно изменять именно внешний вид вот этой курвы. Нажимаете снятие вершины, левый щелчок мыши, нажимаете на вершину и используете, допустим, клавишу E, экстрадирование. Или, допустим, R, выкручивание вот так вот. Теперь клавиша G именно переносит, перемещает вот эту курву. Заходите, нажимаете клавишу V, переключаетесь на вектор, выделяя предварительно вот эти все вершины, нажимаете V вектор, и изменяется вот так вот именно курва. Вот так вот она выглядит. Теперь можно использовать вот эти вот щелчок, снимаете выделение, вершины, и нажимаете опять же, допустим, клавишу G, вот так, и можете все это дело редактировать, переносить, снять выделение, щелчок левой кнопки мыши, опять же нажимаете на вершины, вот так эту вершину можно отвести, опять V, E, редактирование, экстрадирование, и вот так все это дело здесь происходит. Внешний вид меняется вот так вот. Нажимаете опять же на вершину, нажимаете Transform, и можно трансформом все это дело тоже изменять. Вот таким вот образом. Вытягивать, подравнивать. Вот такое происходит с вот этой курвой. Так, следом заходим в Object Mode, нажимаем Delete на клавиатуре и начинаем делать канат. Выбираем Add, выбираем Mesh, выбираем Circle. Вот установился он. Следом можно нажать Shift D и дублировать вот этот цикл. Опять же жмем Shift D, дублируем его вот сюда вот так. Выделяем все и делаем Ctrl J. Объединяем вот эти циклы. Следом нажимаем S. Можем уменьшить размер и, используя трансформ, можем все это дело перенести вот сюда вот в центр. Вот таким вот образом. Вот такой внешний вид получается у заготовки. Ну и давайте немножко ее теперь перекрутим. Опять же, используя трансформ, за красненькую тянем, выравниваем. Поднимаем, переносим, смотрим с разных ракурсов, чтобы попасть именно вот на эту серединку. Вот так. Нажимаем Select Box, нажимаем Add модификаторы, или можем, допустим, применить сначала клавишу Ctrl-Alt и нажать Region and Scale. Теперь Add модификаторы и находим Screw. Вот такая получилась прикольная штучка. И теперь можем выбрать ось. Допустим, Y. Теперь вот так ее вытянуть. Вот таким вот образом. Перевернуть вот на такой вид. Перейти Add мод, Edit мод, включить Transform и немножко ее тут
повертеть. Вот так вот где-то. Смотрим с разных ракурсов, еще немножко ее корректируем. И получается вот такой вот канат. Прикольно все. Следом заходим в Object Mode и заходим в Add. Добавляем курву, Bezier, жмем S, увеличиваем ее вот так вот. Переключаемся на канат, заходим в Edit Mode и добавляем модификатор Curve. Колесиком перекручиваем, заходим в модификатор, нажимаем вот Object и выбираем Bezier Curve. И выбираем ось, на которую можно поставить именно вот наш канат. Предварительно можно в Object Mode зайти, нажать на Y, и вот вы видите, где установился наш канат. Следом заходим в итерацию, вот сюда, вот в модификаторе, вот в скрю. И вот так вот все это дело по этой курве вытягивается. Вот такая вот прикольная штука. Получился вот такой вот канат. И не забывайте посмотреть под роликом, как сделать такой же канат именно в ZBrush. Все, всем пока, до свидания.